Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу мастер-класс по изготовлению рубашки оригами. Вот такие рубашечки у нас получатся. Для этого понадобится лист. Можно цветной бумаги, можно белой, как вам удобно. Итак, приступаем. Лист нужно согнуть пополам. Аккуратно, чтобы все вершинки совпали. Дальше нужно его перегнуть так, чтобы края листа были согнуты в середине. Таким образом. Затем переворачиваем и сгибаем наш лист вот так. Потом отвернули, и вершинки треугольников должны пройти вот по этой линии сгиба. Они должны вот так прикасаться. Вот так. Теперь сгибаем лист вот таким образом. Вот, и у нас уже здесь есть, видите, сгибаем по этим линиям. Вот так. Да что? Не очень удобно. Вот так должно получиться. Затем переворачиваем лист и делаем вот такой воротничок. Нужно его согнуть к средней линии листа. Вот так. И у нас получится вот такой воротничок. Теперь мы берем, сгибаем лист пополам и под воротничок. Вот таким образом. И хорошо все. Проводим все линии, чтобы они были такие плоские, жесткие. Здесь поправим. Вот. Вот наша рубашка. А теперь сделаем галстук. Берем листочек для заметок. Складываем его по диагонали. Вот так. Затем вот так в середину. Вот таким образом. А потом еще раз. К середине. И у нас получается вот такой галстучек. Мы его прикрепляем к нашей рубашке. Таким образом у нас здесь есть за что зацепиться. Собираем все вместе. Вот так его можно приклеить. Можно просто хорошо все линии прийти, чтобы он не поднимался.